Вишню и черешню посадили во дворе 41-й гимназии. В экологической акции приняли участие педагоги и школьники, а также сотрудники администрации и депутаты. Саженцы деревьев стали подарком за победу в окружном этапе экологического марафона «Сдай макулатуру, спаси дерево». Воспитанникам гимназии удалось собрать наибольшее количество бумаги – 3600 килограммов. Дети в течение 3 дней принесли такое количество макулатуры. Мы принимаем каждый год, но впервые мы заняли первое место по сбору макулатуры. Всего в ходе областной акции «Сдай макулатуру, спаси дерево» городской округ Люберцы сдал на переработку более 11 тонн бумаги и тем самым заработал 34 тысячи экобаллов. Спасибо большое. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.